интернет-магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас в обзоре автомобильный набор инструментов компании «Интертул». «Интертул» ET6038SP. SP – это линейка наборов у компании «Интертул» бытового класса. Применяются данные наборы, то есть это для личного применения дома в гараже, можно сказать так. Не применяется на СТО и автосервисах, предприятиях. Наборы изготавливаются в Китае, то есть на заводской Китай. Что указывается на упаковке из важной информации? Это 1/2 дюйма рабочий квадрат, CRV, хром-ванадиевая сталь, указывает производитель, 38 единиц инструментов в комплекте и комплектация данного набора. Трещотка в наборе на 72 зуба. Есть реверс, быстрый сброс и фиксация головки. Рукоятка здесь комбинированная. Черный цвет резиновой вставки, зеленый это пластик идет. На рукоятке надпись хром-ванадиевая сталь. Длина трещотки 255 мм. Трещотка 72 зуба, мелкий шаг. Т-образный вороток, длина 250 мм. Если убираем адаптер, получаем удлинитель 250 мм. И также еще один удлинитель на 125 мм идет в комплекте. То есть два удлинителя, 125 и 250. 250 служит также как Т-образный вороток. Адаптер можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2 дюйма. Кардан под 1/2. Кардан здесь скреплен металлическими вставками. Есть карданы у нас на винтах. Это профессиональные наборы инструментов на заклепках. Здесь стоят металлические вставки. Вставлены. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри есть резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала. И набор головок. Шестигранных, коротких. Общее количество 19 штук. По размерам 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 и 32. Вес головки 32 мм, составляет 207 грамм. Надпись хром-ванадий, материал затопления 32 мм. Покрытие инструмента матовое, то есть защитное. Матовое покрытие, сталь, хром-ванадиевая. Длинных головок, кому нужны в наборе, нет, придется докупать отдельный набор. И головок торкс также нет. Тут шестигранный профиль, короткие головки. И самое основное, это набор ключей в верхней крышке. Общее количество ключей 12 штук. Надпись хром-ванадиевая сталь. 16 мм. Вот такой комбинированный ключ. По размерам ключи у нас здесь идут 8, 9, 10, 12, 14, 16, 22, 11, 13, 15, 17 и 19 ключ. По комплектации все. Хотелось бы отметить, что для данного инструмента бытового класса сам инструмент очень хорошо изготовлен. То есть хорошая полировка инструмента, нанесено защитное покрытие. Следов от литья мы не обнаружили в наборе. То есть следов от литья или какой-то кривизны. Достойное качество за такую цену данный набор. Кому нужен бюджетный инструмент для личного пользования, вы можете присмотреться к линейке наборов Intertool с маркировкой SP. Теперь дальше к набору. Кейс здесь пластиковый. Он не соединяется зависой. Здесь он цельнолитой. Вот такая вот идет перегородка, которая соединяет две крышки. Еще один плюс — это металлические замки. Потому что в наборах бытового класса очень редко встречается, что замки идут металлические. То есть обычно там идут обычные пластиковые защелки. Здесь также присутствуют металлические замки с надписью Intertool. Из верхней крышки
ключи не выпадают, то есть, ну, хорошо, единственное, защелкивайте их внутри. Без проблем. Закрывается все. По габаритам набора, ширина 39 сантиметров, длина 29, высота 8, вес 5,3 килограмма. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте комментарии и получайте хорошие скидки на нашем сайте. Спасибо, до свидания.